Время уже какое-то прошло, ну, то есть не какое-то, а 16 дней после того, как мы в инкубатор положили яйца перепелов. Ну и вот сейчас уже пошли первые разведчики, пионеры, самые шустрые. Вот уже сейчас открываем инкубатор, смотрим, что там у нас есть. Вот, видим вот такую вот красоту. Вот уже парочка. Им, ну, где-то по 40 минут, вот этим птенцам. Ждем, пока они подсохнут немножко. Вот, и будем перекладывать их в брудер. Вот они уже более-менее такие лазят. Ну, еще минут 15, может быть. И начнем их перекладывать. Вот они. Всегда вопросом задавался. Вот попытаться обратно его запихать. Яйцо. Смотрите, как они там умещаются. Ну вот. Ждем. Ждем дальше.